На Подолье есть город чудесный, сюда тянет людей как магнитом. Исцеляет от хворей телесных здесь живая вода Аквавита. Минеральный целебный источник на реке под названием Сбруч – это дар от небес, так уж точно, оттого он так и могуч. И вода в нем и впрямь живая, от природы все лучшее взяв, Аквавита оздоровляет, здесь спокойствие жизни явь. В поселке Сатанов находится известный источник сбручанских минеральных вод. С каждым годом сюда съезжается за здоровьем все больше и больше людей. И именно для этих людей и был построен оздоровительный комплекс «Аквавита». Так вот, именно для людей и был построен новый современный санаторий «Аквавита». Кто здесь уже был, скажет, это именно то, что надо. А для полноценного отдыха и лечения надо немало. И хорошая медицинская база с разнообразным оборудованием для лечебно-профилактических процедур. И уютная территория с фонтанами, беседками и детской площадкой. Глаз радует ландшафт территории. Подобранные со вкусом цветы и растения, без сомнения, украшают санаторий «Аквавита». Созданы удобные номера различных категорий комфорта, от полулюкса до люкса с камином. Организовано здоровое питание по различным диетам. Для торжеств и просто приятного времяпрепровождения на территории работает ресторан «Зориный». Все знают, что лечебный эффект от минеральной воды усиливается повышенной двигательной активностью. Для любителей активного отдыха в Аквавита есть площадка для игры в теннис. В летний период работает открытый бассейн, а любителей попариться в укромном уголке санатория ждет сауна. Том Хопкинс писал: «Хороший работник много работает и много отдыхает, и это именно про вас. Поэтому хорошенько отдохните, наберитесь сил, здоровья вместе с санаторием Аквавита, и целый год свершений у вас впереди».